Российская актриса Елизавета Боярская, вероятно, впервые за свою карьеру оказалась в центре скандала. Многочисленные поклонники не оценили довольно откровенные сцены с ее участием. Напомним, что криминальный сериал «Без правил», в котором у Елизаветы одна из главных ролей, вышел летом этого года. Боярская, в частности, играет предпринимательница по имени Ольга Лебедева, которая сталкивается с мафиози в исполнении Гоши Куценко. По мере развития событий герои вступают в отчаянные противостояния. Многие зрители сравнили картину с «Бандитским Петербургом» и в целом остались довольны. Однако нашлись те, кого очень смутили слитые кадры из сериала, на которых Боярская предстала в абсолютно обнаженном виде. Зрители посчитали, что таким образом актриса пытается привлечь внимание к проекту. А вам нравится эта актриса?